Хочу встретить дружными аплодисментами юных атлетов-финалистов соревнований среди юношей 2007-2009 года рождения. Уважаемые спортсмены, участники соревнований. Сегодня соревнования проходят в необычном формате, накладывают на нашу деятельность всю, в том числе и спортивную вот эту вот ситуацию с пандемией. Тем не менее, традиции нарушать нельзя, и у нас по традиции в декабре месяце проводится турнир, посвященный воинам-кузнечанам, участникам локальных конфликтов. Декабрь особый в этом плане месяц. В декабре 1979 года началась афганская операция советской армии. И у нас здесь вот есть ребята, которые прошли Афганистан с честью. В декабре 1994 года началась первая чеченская кампания. Тоже у нас вот есть ребята, которые прошли горнилы первой и второй чеченской кампании. Ну и были другие, в другое время начавшиеся операции, которые мы называем локальными конфликтами, но по сути своей это ничем не отличается от обычной войны. Вот, кстати, в этом году, в декабре, вот видите, началась еще одна, так сказать, операция, пока и пускай она такой и будет, называется миротворческая миссия российских вооруженных сил на Горном Карабахе. Надеемся, что она так и останется миротворческой. Все ребята, кто выполняет свои задачи, там будут живы-здоровы, не будет там боевых столкновений и так далее. Но тем не менее, вот, тоже наши воины, видите, оказались востребованы, чтобы стать между воюющими сторонами, спасти жизни многих-многих тысяч людей, которые оказались вот в этой истории. Для того, чтобы выполнять вот эти задачи, всегда нужен был сильный духом солдат, толковый и ответственный офицер. Они берутся откуда? Они берутся из таких, как вы. И всегда вот те ребята, которые здесь стоят, ветераны, их небольшая часть сегодня пришла. У нас много ветеранов боевых действий в городе. Вот. Они выполнили свои задачи, потому что готовились к службе вооруженных сил, готовились к защите Отечества, в том числе готовились физически, занимаясь спортом. И здесь вот немало представителей нашей Кузнецкой школы греко-римской борьбы. Наши греко-римы всегда отличались не только спортивными достижениями, но и хорошим воспитанием, хорошей психологической, моральной закалкой, правильными жизненными установками, что позволяло реализовывать себя в жизни, в том числе и защищая Отечество. Я уверен, что и вы в этой связи выполните возложенную вас миссию, когда придет время одеть погоны, встать на защиту своего Отечества и проявить себя самым лучшим образом, как всегда проявляли воспитанники Кузнецкой школы греко-римской борьбы. Если у нас будут сильные духом и телом ребята, если будет крепкая армия, нашему народу, нашей стране будет обеспечено мирное небо, а это то, чего, что мы все желаем и хотим для того, чтобы решать проблемы, какие возникают, и развивать нашу страну, как достигать новых рубежей и улучшать жизнь. Это будет зависеть в том числе от вас. Я еще раз поздравляю ветеранов всех с наступающими данными. Сегодня начало марта, это чеченская кампания. И вот в декабре 30 числа будет ввод в войск в Афганистан. То есть, может, еще не увидишь, так сказать, до Нового года. Поэтому всем вам поздравления, здоровья всем. И глядя на вот этих ребят, которые сейчас будут лучшие представители Кузнецкой школы греко-римской борьбы на данный момент, финалисты. Глядя на них, я думаю, мы спокойны за тех, кто придет нам на смену, и тех, кто станут в ряды защитников Отечества, когда придет их время. Добрый путь, ребята, хороших, честных поединков, без травм и новых спортивных достижений. Спасибо. Директор спортивной школы номер 2
имени Олега Владимировича Мунгерова, депутат собрания представителей города Кузнецка Константин Александрович Толкович вручает Сергею Александровичу булаву. Это оружие героя русского богатыря, символ силы российского оружия. И, кстати, символ власти, похож на скипетр. Хорошо боролся, держите подарочек. И председатель.